Всем привет, дорогие друзья, с вами снова FFF. В этом ролике на сервер зайдет 20 игроков, и кто больше всего меня удивит, получит 5000 рублей. Всего у нас нормально. Будет... Нормально. В прошлый раз было меньше. Ставки подросли, в прошлый раз было рублей 500. А мы когда смотрели с тобой? Полгода назад, наверное. Да. Да, хорошо. Ставки подросли. Хорошо. Три раунда. В первом раунде... Не зря же FFF все-таки в костюме от Гуччи ходит в скине. Ракам нужно будет удивить меня постройкой. Во втором раунде с помощью механизма. И в третьем раунде нужно будет удивить меня чем угодно. То есть можно будет построить постройку, механизм или какой-то интересный баг. В каждом раунде я буду кикать рандомное количество игроков. То есть если меня кто-то не особо удивил, то, к сожалению, я его получаю. Блин, я не могу срезать, потому что стреляла скин. Нет, нет, смотри, штанишки. У меня ощущение, как будто там две маленькие ножки. А посередине, ну, третья ножка. Да. В принципе, на этом все. Чуть дальше вы все сами прекрасно поймете, как все вообще будет происходить. Но перед тем, как мы начнем, я хотел попросить вас подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну и также не забывайте ставить ваш лайк. Давайте постараемся набрать под этим роликом 25 тысяч лайков. Приятного! Набрали, уже 42. Итак, игроки уже находятся на сервере. Всего у нас тут 20 игроков, они выбрали себе уже территорию. И мы с вами сейчас, получается, уже будем начинать. Игроки знают абсолютно все мне правила. Мне нравится, как классно, он же в том же месте, насколько я помню, да, сделали вот эту лощину. Знаешь, такие горы, вокруг деревья, водопадик, и тут типа, знаешь, такая площадка. Какая-то игра в кальмар. Я им все рассказал, и давайте сейчас просто-напросто напишу в чат. Судейский. Итак, первый раунд. Вам нужно удивить меня с помощью постройки. У вас будет 7 минут. Ты я думаю, этого времени хватит, чтобы построить что-то интересное. Выдаю всем сейчас креатив, ставлю таймер и это пишу. Мало. Время пошло. Все. Баблока успеваешь поставить и все. Кто-то тут подготавливает уже какую-то территорию. Вау, я уже вижу тут интересную постройку. О, ну, стульчик. Реально, это вроде простая постройка, казалось бы. Трон. Просто такой вот стульчик, но выглядит креативно, мне а это нравится. Давайте я просто аккуратно себе сейчас поставлю лестница вот такую вот платформу и просто встану вот тут и подожду, пока у игроков выйдет время. Как боженька, такой сверху итак, наблюдает. Время вышло, поэтому я сейчас прописываю вот эту команду, которую подготовил себе заранее, делаю вот так, прописываю теперь себе креатив и давайте начинать смотреть, что же построили. За 7 минут как тебе? Ты смотри, они пиксель-артом заняться успели. За 7 минут? Подай, может, руки, прямо руки. Время вышло, стойте, пожалуйста, на своей территории. Итак, начнем с этой постройки. Тут у нас, насколько я понимаю, игрок хотел сделать портал в рай. Ну, я знаю, что обычно его именно вот так вот и изображают. И если поднимемся чуть выше, то тут просто вот такой вот домик. Ну, ладно, ладно. Странная давайте какая-то штука. Что дальше у нас тут построили? Тут прям вообще же получается конфеты. Машинка, и голова этого фуфыла. И моя голова с такими интересными бровями. Дальше тут, насколько я понимаю, игрок, к сожалению, не успел построить дом. Следующая постройка. Вот там бы я достроил. Столько же построил, столько не получилось аккуратно крышу бы сделать. Наверное, тоже игрок не успел. Походу, 7 минут это было слишком мало, да. Давайте сейчас еще посмотрим. Что это вообще? Ой-ой, ладно, хорошо, давайте с вами на следующую постройку. А это что такое? Тут у нас... Как ты это успел сделать за 7 минут? Око Саурона! Ты посмотри, что это? Да, это глаз Саурона. Есть вот такая вот интересная башня, ну хорошо. Как он это успел сделать просто? Хорошо, хорошо, это тоже просто какая-то постройка, какой-то чудик, у него есть вот такие вот две лапки. Это колокол, кстати, построен интересно, вот это мне нравится, вот это действительно, ну, крутая постройка, прикольно. Прикольно, да. Вот прям смотрю, и мне она нравится. Сочетается. Классно, хорошо. Тут, скорее всего, игрок тоже не успел. Да, тут нам было больше времени. Надо было дать больше времени. 10, мне кажется, не справился. Машина вон. Но давайте с вами посмотрим. А здесь это тоже что? Игрок не успел. У меня не получилось, что я хотел. Неужели 7 минут это мало? Добавь время. Вот, вот. О, маленькие биомы. Да, один не успел построить. Видишь, 3 успела, 4 хотел сделать, не успел. В луже. Так круто. Хоть он, смотрите, и не успел тут достроить. Вот это мне нравится. То есть я такое уже видел, но вот это, смотрите, здесь получается маленький тоже как биом, тут речечка идет, все дела. И это получается у нас тропический биом, но выглядит неплохо. Mm-hmm. Выглядит и неплохо, сидит сам как панда. Тут теперь, вау. Стримерская. Вау. Флагов. Выглядит как будто на самом деле он реально какой-то мод. Ты смотри, как будто там реально полоски, как будто тумбочки, типа внизу ящики выдвижные, кресла. Ой, слушай, хорошо. Компы, типа стримерская. Павел пока я не видел и добавил себе тут мониторы. Вот это круто. Это прям реально классно. Я удивился. Еще и колонки вот эти есть. И клавиатуры. Как он это сделал? Хорошо, слушай, выглядит, как будто игрок сидит там за монитором, и у него есть две колонки рядом. Классно, мне нравится. Какие предметы использовал? Дальше у нас тут домик наверху, но, судя по всему, тоже игрок, не успели. Наверное, не успел сделать то, что хотел. Тут у нас вот такой гигантский вот портал. Какой-то. Необычный, но, опять же, немножечко недостроенный. Да, это... Не что это? Да, это я, получается, сижу. Тут рядом есть костер. Ну, прикольно, прикольно. Ладно, я понимаю, что это я. И тут еще, ну, как-то минималистично это все сделано, поэтому, в принципе, неплохо. О, здесь тоже я. Что это? Дом Фуфыва. В доме тут картины, сундуки. Как ты это успел за 7 минут сделать?
Скажи мне, пожалуйста. Знаю. Что ты там, где, как у тебя руки нажимают? Вот так. Ну, игрок, получается, сделал просто домик. Тут тоже у нас просто домик. Игрок, насколько я понимаю, не успел справиться за 7 минут. Мне кажется, надо дать время дополнительное. Тут еще много табличек, давайте посмотрим. Стул. Стул прикольный, классно. Ага. Шкаф. Ну, кстати, возможно, да, на шкаф. Похоже на маленький дом. Туалет. Вот туалет. Знаешь что? Вот туалет прикольный, прям реально унитаз получился. Похож на овцу. Когда отвернулась такая... И с каким-то люком на спине. А вот как раз таки то здание, которое он сказал, похоже на шкаф, он похож на общественные туалетки. Знаешь, есть кабинки такие небольшие. Нет, точно похож. Реально похож. Место для... Для чего это? Для... Неважно. Танцпол. И тут еще трон. Ну, слушайте, как бы тут очень много маленьких таких построек, но видно, что игрок подошел к этому креативно. Но я еще подумаю, еще посмотрим. Перевернутый дом. Хорошо. Прикольно. Просто вот такой вот перевернутый дом. Конечно, он не успел, да. Но сама задумка с перевернутым домом выглядит довольно-таки интересно. У нас тут тоже цветной дом из шерсти. Ну, теперь, получается, мне сейчас придется кикать некоторых игроков. Ну как? Ну, было время, да. Ну, смотри, есть очевидные лидеры. Ну, да. Перевернутый домик, миниатюры и стримерская. Прям вообще прикольно. Да, но мне еще нравятся скульптуры вот с ФФ. Дай больше времени. Что? Да. Он звуки издает? Чего? Ого. А, вау, он вообще классно сделал. Звук. Я просто сейчас звуки услышал, и оказывается, он звуки издает. Не просто колокол, глянь. Да, реально, это работает. Прикинь? Класс, хорошо, прикольно. Круто. Тогда, ну, тут все. Точно, насколько я понимаю, сдаётся. Мы тебя не я взял, да. Если что, палочку, и, ну, вот эта постройка меня как-то не особо удивила, поэтому мне, к сожалению, придется сделать вот так. Блин, так жестко, что он всех палки по башке бьет и кикает. Ну, я образом. Даже не знаю. Ну, опять да же, нет, тут нормально. Тут более-менее. Пробки, которые он сделал, на вот это пробки вот понравились. Если бы он просто построил обычный арт, то, наверное, я бы сейчас, ну, точно палочкой, как бы его это, сами понимаете. Он ждет уже. Не надо, ну, не надо. Из-за этих бровок, я не знаю, они мне что-то так понравились. Это так прикольно выглядит. Поэтому давайте сейчас просто с вами дальше пройдем. Тут да, игрок не успел, к сожалению, достроить дом. А, он пытался дом, который здесь наверху построить. А, копию. Вот он что хотел сделать. Но, к сожалению, не справился он за 7 минут, поэтому придется сделать вот так. Здесь. Стоп, подождите, я это, кстати, тут плазма. Ну, за счет он этих может... динамиков, на самом деле, мне кажется, он мог бы и остаться. Ну ладно, давайте он пока с вами дальше пройдем. Но вот эта постройка меня не особо удивила, поэтому тут придется непонятно сделать что. Вот так. Он просто не успел. Ну, слушайте, за 7 минут... Это башня собрана. Ты что, поэтому не надо. Давайте пока что просто пройдем дальше. Я еще подумаю. Ну, тут вот этот так. Вот чудик на ножках, ну, к сожалению, придется сделать вот так. Дальше колокол мне понравился, поэтому этот игрок тут остается. Мне действительно он понравился. Еще и если нажимать сюда, он издает звуки. Это круто. Тут у нас, к сожалению, не успели достроить, поэтому, простите, придется сделать так. На этой здесь территории тоже очевидно. Написал, блин, ну 7 минут прям очень жестко, очень мало. Да что-то глобального. Надо да. было просто, наверное, не замахиваться на что-то глобальное. Не получилось то, что он хотел, да. Поэтому придется также сделать вот так. Это меня удивило. Это ладно, классно. Это интересно. Ну, такое уже делали. Подобное видео, да. Но... Помнишь, что часть, где мы смотрели, да, было да. похоже? Хорошо, хорошо. Подошел довольно-таки креативно к постройке. Да. Тут игрок по-любому остается, потому что, ну, я прям сначала реально подумал, что он каким-то образом мониторы поставил, а это, оказывается, сделал с помощью флага. А вот эти вот штучки, которые лежат, типа клавиатуры, это из чего? Вот, видишь, такие шахматки? Вот эту постройку боком. Тоже, насколько я понимаю, не успели достроить, mm-mm. поэтому придется сделать вот так. Кстати, скин был прикольный. Тут. Это кто строил? Да, это он строил, поэтому, прости, дружище, придется сделать вот так. Эта постройка, ну, слушайте, она интересная. Я бы даже сказал, что она меня удивила, потому что я редко видел вот такие вот постройки с прям таким минимализмом. Странненько. Поэтому, ну, давайте пока что просто пройдем. Я еще хочу, ну, как-то немножечко подумать касаемо этого всего и посмотреть, сколько у нас вообще-то игроков останется. Тут ну, дом да, то, может, много. Если честно, не особо игрок удивил, поэтому сделаю вот так. На этой территории игрок не успел достроить, поэтому вот эта постройка точно остается, независимо от того, что он не успел его достроить. Именно вот здесь вот. Концепция интересная, да? Интересно. Если посмотреть вот так, то выглядит как перевернутый дом. И мне эта задумка понравилась. И на этой территории игрок не успел построить дом, поэтому я его сейчас вот сюда телепортирую. Прости, дружище, придется сделать. Он убегал. Вот смотрите, по сути, ну игрок просто не успел, как мне кажется, достроить то, что он хотел. Поэтому тоже, к сожалению, кик, прости, дружище. Здесь, опять же, арт интересный. Бровки сделал прикольно, но. Нет, можно было еще что-то интересное добавить. Должен много всего сделать, конфеты. Что ты? Придется сделать так. Ну и вот тут вот, если посмотреть, то есть много всяких приколов. Тебе же понравилось. Конечно, интересный. И туалет тоже, кстати, прикольно построен. Но не особо как-то удивило, поэтому, к сожалению, придется сделать. Слушай, очень жестко. Очень и очень мало игроков. Вроде как все. Да, как-то перебор. Надо было остановиться, не доходить по кругу. Второй круг был лишний. Два раунда всего лишь получается. Нет, три. Второй механизм, а третий что угодно. Поэтому я сейчас включаю микрофон.
Итак, ребята, я вас поздравляю, вот все, кто сейчас остались, вроде как все просмотрел, я очень долго думал, тут было много всяких интересных построек, маленьких построек, кто-то успел, кто-то не успел, но некоторые из вас все-таки действительно меня удивили. Итак, давайте сейчас телепортирую всех игроков, которые остались, я в территории все очистил, смотрите, вас осталось не так много, поэтому занимайте территорию где-то вот тут, неподалеку друг от друга. Сейчас, ребята, если что, будет второй раунд, вам нужно построить всего механизм, 6 человек? И у вас на это будет 10 минут. Ну, механизм для 10 того, уже. Чтобы меня как-то удивить. Поэтому ну, я так сейчас механизмы построю, знаешь, как сложно. На 10 минут, выдаю всем кредит. Я вообще не понимаю, как строить. У вас есть 10 минут, чтобы построить механизм. Время пошло, ребята, все, пожалуйста, начинайте сейчас строить. Не, ну я думаю, что все, кто здесь участвует, они уже заранее знали, что будут строить, они уже готовили свои проекты, то есть они уже знали. Игроки опытные. Конечно. Скажу вам так, что если вы все вдруг меня удивите, то получается все 6 игроков отправляются в финал. Поэтому постройте максимально. Все, я выключаю микрофон, и когда начну оценивать, я вам напишу. А, он отвернулся, чтобы итак, не смотреть. Время вышло, поэтому я сейчас прописываю вот эту команду, пишу игрокам, что время. И теперь давайте смотреть, что же у них так, получилось. Итак, первая постройка. Тут игрок написал, ГМ-0 надо, но, возможно, меня обманули, и механизм фейк. По сути, нужно подойти и дверь закрою. А что, ни разу не... Получается, подождите, я прописываю ГМ-0, захожу, и дверь действительно закрылась. Закрылась, этот механизм должен был работать по-другому, то есть я должен был встать, посмотреть вот сюда, и дверь должна была закрыться, но, к сожалению, у игрока не получилось это сделать. Не сработал механизм. И, кстати, надо игрокам очистить, вот так вот. Сделать. Что у нас тут? А ну-ка. Что ой, это? Ничего себе. Хорошо, прикольно. Ой, прикольно. Какой-то. Видно, что на самом деле постарался, еще и сделал. А, танчик, да. Танк. И люки. Ну, что это такое? Ну хорошо, да, давайте с вами посмотрим, что у нас тут. А, тут игрок не успел достроить. Ну, 10 минут. Мне кажется, этого времени должно было хватить. А что он строил вообще? Тут тоже, походу, игрок не успел достроить. Давайте спросим у этого игрока. Ты не успел? Да, понятно. А тут задам ему тот же вопрос, ты не успел? Тоже да, да, не да, успел. Да, да. Блин. Все. Стреляет. Хватит. Все, он все, стрелами все. Стреляет. В соседнюю постройку. Нет, там ничего не оставляет. Прикольно. Все. Тут три садится. Качественная сборка воды. Я прописал ГМ-0. Давай мне. Или ему надо дать ГМ-0. Давайте ему тогда дадим ГМ-0. Все, выдал. Вау. Прикольно. Ну хорошо, механизм это интересный по воде. Механизм. Довольно-таки интересный. Я не понимаю, окей, как это работает. Это у нас создают вообще. О, столько красиво. Зайти, да? Я выдам этому игроку табличку, чтобы он написал, что тут. Че это не работает? Ну, походу, как-то... А смотри, он старался, это красиво все оформил. Как подземелье, зомби, а в итоге... Механизм не работает. Блин, так красиво оформил все. Его не проверил. Ну, слушайте, я даже не знаю. Может дать игрокам еще дополнительное время? Давай. Надо дать. Тут, ну, было интересно. Это было прикольно. Хорошо. Дай время еще. Ну, работает тоже интересно. Я могу взять очень много ведер и просто бесконечно вот таким образом набирать Вечно. Воду. А, нет, она все-таки заканчивается. Но опять же, ну, прикольный, ладно. Давайте, знаете, как сделаем? Эти два игрока 100% пройдут в финал, потому что они успели достроить свой механизм, и он как бы работает. А другим игрокам мы дадим еще 5 минут, чтобы они могли завершить свой механизм. А тут доп. Время. Сейчас это все объясню. А мне кажется, некоторым не поможет, потому что некоторых что-то пошло вообще не по плану. Да, у них так просто не работает. Что делать? Сейчас надо переделать. И расскажу. Но мне кажется, так будет максимально честно. В любом случае, у нас еще будет третий финальный раунд, и там мы уже определим победителя. Давай. Но просто сами подумайте, они за 10 минут какие-то механизмы действительно успели построить, даже как-то его прикольненько оформить. Но остальные ребята, я надеюсь, сейчас успеют доработать свой механизм. Все, время прошло, погнали смотреть. Цель видео уже удивить? Ну да, удивить. Поршень, который двигается с помощью рычага. Ладно, барьеров нет. Интересно, и грустный да. смайлик. Если тут посмотрим, тут игрок не успел достроить. Тут, насколько я понял, игрок тоже не успел достроить механизм. И вообще, с сервера как бы вышел. Ну ладно, последний. Вот здесь вот. Достроил или нет? Давайте. Ну окей, игрок успел достроить. Выезжает с костюм какой-то. Ну, вообще, выглядит еще локация очень красиво, он еще заморачивается над оформлением. Давайте его не будем кикать, да? Хай, он тоже остается, но о, а здесь, к сожалению, мне придется сейчас... Короче, мало кто выйдет в финал. Наверное, дружище. Человека три всего. Тут, насколько я понимаю, игрок тоже не успел, к сожалению, за 5 минут достроить свой механизм. Давайте даже сейчас включу микрофон. Нет. Ты не успел, да? Ну, к сожалению, прости. Тут грустно смотрит. Смотрите, ребята, вас осталось всего трое. И это сейчас будет самый последний финальный раунд. Сейчас вы можете построить что угодно. Это может быть постройка, это может быть механизм. Или это может быть какой-то интересный баг. Тут уже на ваше усмотрение. И у вас на это будет целых 20 минут. Как по мне, ну, времени вам должно быть. Да, конечно. Поэтому все, я сейчас выключаю микрофон. Желаю вам удачи. Надеюсь, сейчас будет что-то очень креативное, что-то интересное. Поэтому все, возьмите, пожалуйста, креативчик. Время пошло. А я просто встану вот тут и буду ждать, пока у игроков выйдет. Главное время. Не подсматривать. Все, время вышло, поэтому я сейчас пишу игрокам время и погнали смотреть, что же построили за 20 ракета. Пожалуй, начну с этого игрока и что тут.
Ага, так. Экскалибур, так, меч так, в камне. Не очень понимаю. А, это типа меч, и он его не может меч достать. В камне. Ну, слушайте, сделал прикольно. Хорошо, хорошо, это я нормально. Увидел. А что внизу что еще? Это внизу тут такое? Летающие курицы. Он, сейчас кинул бирюзовый блок, и он, к сожалению, застрял. Не получилось, ладно, со второй попытки. Не получилось, с третьей попытки. Он хочет, чтобы я попробовал? Ну давай. Я хочу посмотреть, как оно работает. Сейчас все получится. Так, есть, есть. Он нажал, застрял, поднялся наверх и... Подождите, а где он оказался? Чё? И он, получается, просто оказывается в этой воронке. Ну, слушайте, механизм, конечно, такой себе, но постройка вот это была интересная. То есть вот этот меч он сделал действительно классно, поэтому давайте сейчас еще посмотрим. Может, у кого-то лучше просто. О, какой тут целый домино. Сейчас нажимает на кнопку и полетела вот такая вот... Ракета вверх. Вау, не твоя ракета. Напор... Да, это не моя ракета, да, жопные тяги. Это даже на ракету больше похоже, чем моя ракета. Моя была не похожа на ракету. Прикольно. А получается, там еще слизни работают, подтыкивают, и поршни какие-то. Пошла. С максимальной высоты, но слушайте, это крутой механизм. Это нормально. То есть я видел обычный механизм. Еще формула интересная. Просто, ну, как бы могут летать, но то, что он сделал его как ракету, за счет этого оно выглядит действительно круче. Давайте я сейчас вот так вот сделаю, чтобы оно все остановилось. А то мало ли залагает там или еще что-то. Я увидел. Хорошо, классно. Такой, да-да. Тут у нас, получается, игрок построил... Тут еще ходит. Можно посидеть возле костра. И у нас получается это ад. Если мы с вами поднимемся повыше, стоит бедрок. И тут уже обычный мир. Но постройка красивая. Красивая. Типа миниатюра, кусочек миниатюры. Ладно, Вадим, кого ты думаешь выберут? Я думаю, что выберут ракету. Почему-то. А ты думаешь, кого выберут? Ракета просто еще концепция. Первый нет. Последний. Нет. Наверное, ракета, да, я бы выбрал ракету. Ну, да? Слушайте, получается, среди трех игроков один сделал механизм, второй сделал, ну, вот такую вот интересную постройку. Инсталляция. Интересно, но нет. Который, ну, как-то немножечко странно работал, и третий игрок сделал вот такую постройку. Ну, красиво, на самом деле, очень больше красиво. Всего мне понравилась, наверное, вот эта ракета. Ракета, ну, скорее она всего, как-то да? Она выглядела очень интересно. Но я считаю, что давайте мы с вами добавим еще второе и третье место. Хоть я и говорил, что будет только один победитель. Нормально. Он очень старался. Ну да, это классно. Второе место его можно согласен. Выделить. Ну да. А здесь мне понравился вот этот меч. Он выглядит неплохо, поэтому давайте сейчас включу микрофон и... Скажу тебе, первое, это второе, третье. Итак, ребята. Подожди, стоп, а как? Вообще должен был одному 5000, а сейчас получается... Типа делится между всех? Ну да, да, давайте, короче, это тебе две, тебе одну. А одну мне. Мне одну. Смотрите, я, получается, говорил, что у нас будет только один победитель, но я подумал и решил. Мне понравилась твоя ракета, она действительно класс. Поэтому ты получаешь 5000 рублей. Твоя постройка была тоже довольно интересная, поэтому ты получаешь 2500 рублей. И ты тогда получаешь, ну, меч действительно прикольный и интересный, но механизм как бы, ну, как-то такой, немножечко странно работал. Ты получаешь 1500. А, полторы. Все, нормально. Да, получается, справедливо. Так ролик не так называется. Кто из игроков не зовет, получит 5000 рублей. Получается, вообще бюджет увеличился в процессе. Хорошо. Возьми, пожалуйста, книжечку и перо. Пиши, куда тебе это все дело можно отправить. Выдаю сейчас книжечку, перо и тебе. И вот так вот. Все, пожалуйста, записывай. Все, этот игрок уже, кстати, насколько я понимаю, все записал. Поэтому сейчас давайте. Ага, берем книжечку. Никакое примечание я написать не могу, потому что игрок попросил перевести ему на карту 1500 рублей. Все, да, я тебе все отправил. Пришло? Да, все есть. Все, отлично. Я сейчас беру палочку. Еще комиссия вот сняла. Так. Тебе я сейчас отправлю 2500 рублей. Ага. Я напишу. А тут показывай все. В скобочках второе место. Все, 2500 я отправил. Пришло? Да, все есть. Все нормально, давай. Проверяет. Сообщение будет удивил и в скобочках первое место. Все, пожалуйста, заходи и смотри. Я тебе все отправил. Хорошо. Все есть, все пришло. Все да? Такие, да, все, да, довольны. Все довольны. Да. Поэтому сейчас беру палку. Как мы вообще, я понимаю, подовольны или нет? Они просто головой качают. И делаю вот так. Я думаю, довольны, Алина. Да. Хорошо. Прикольно, мне нравятся такие конкурсы. Мне нравится, ты еще чувствуешь себя немножко жюри в этом. Мне нравится, что еще приз такой, ну, солидный. Если что бороться. И ни одно место, кажется, никому не обидно в конце. Все получили по местам. Ну, тут достойно. А еще круто, что, в принципе, представь, ты вот такой челик, который, не знаю, там, в 8 классе, который очень любит Майнкрафт. И тебе тут пятера прилетела. Хорошо, и ты прям мощный такой, ну, классно, хорошо. Поддерживаю. Щедро. Одобряем. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.